среду в Самарской области будет пасмурная погода, осадки в виде снега, дневная температура воздуха на прежнем уровне, минус 4, минус 6, ночью 3-5 ниже 0. Ветер юго-восточного, южного направлений, скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, снег в течение всего дня, днем минус 4, ночью минус 3 градуса. Ветер юго-восточный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, небольшой снег, днем минус 4, ночью 4 градуса ниже 0. Ветер юго-восточный, 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно и небольшой снег, температура днем 5 градусов ниже 0, ночью также минус 5 и снег. Ветер юго-восточного направления 3 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 80%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.